за регулируемым перекрестком выбираем место для разворота. За регулируемым перекрестком? Да. Это регулируемый переход, пешеход. Ну, разворачивайся, в полосе для поворота ты остановилась. Неправильно. Я не туда заехала. И что мне делать? Стоять на красный сигнал светофора, ждать. А потом мне вот тут разворачиваться? Ну, где я тут? Где я тут? На остановке, что ли? Ну. Вперед протянешь и развернешься. Вот за... А я вот заехала вот в эту линию. Зачем она предназначена? И для чего она нужна, если на нее нельзя заезжать, как я это сделала только что? Ну, разделяет дороги. Проезжую часть. Только запомни, это нерегулируемый перекресток. Это надо было вон там? Конечно. А что, это пешеходный переход? Пешеходный переход, да. Не спи. Ой, ты-то куда за ним? Красный горит. Это они нарушили. Поворотник выключи. Поехали. Зеленый горит. На меня квартируют. Да капец, я только что целую кучу ошибок наделала. Да. Изначально, когда изначально куда-то не туда хотела завернуть.